Всем привет, ребят! Добро пожаловать на «Властелин колец» с модом Инрат. Продолжаем смотреть конкурс реплеев. Значит, реплей, который наберет максимальное количество лайков, его владелец получит 2К. Сегодня у нас на Пеленорских полях для дуэлей. Первый раз, кстати, вижу, играют Гроб за Гондор и Дариус за Мордор. Котик от подписчика. Кажется, я в прошлой части забыл его показать. Могу ошибаться. Так, значит, старт в Шаграт и Гарбага тут. Фасткава, кажись. Ага, окей. Ну, нормуль, наверное. Против Мордора не очень приятно, но может он не знает, кто против него. Так, тут Шаграт и Карбак фармят крип гоблинов. Можно тролля зафармить. В принципе. Да, и все. Тут особо ценного ничего нет. Но я бы не стартовал бы так вот. Ну, то есть, если стартовать в них, то ставить тут эту смотровую вышку, чтобы как раз таки он увидел бы старт в конницу. Он бы мог бы испортить Гондору игру в начале. Ну а так, ну хз. Насколько это выгодно? Ну ладно. Может и выгодно. Два барака, ну похоже на стандарт. А вот как раз таки гробу или гробику надо бы пользоваться конницей. Ну то есть сюда и сюда посылать, чтобы она без дела не стояла. Он неправильно эку ставит. Или я ошибаюсь? Да. Он слишком плотно эку ставит. То есть это что-то типа по 80, там 85. Это он на сотку поставил. Интересный способ. Но таким образом он 5 ферм уместил. Но вообще, если бы не было такой фичи, как порезка экономики, то, может быть, такая постройка эки имела бы смысл какой-то. Ну, а так осуждаю. Но это не прям ужасно, может оно ему окупится. Мне не нравится, что он аж в 6 ферм стартует. Я могу оправдать пятую ферму тем, что он фасткаву делал, а противник нубас и ничего не делает. Как бы не нападает. Но... Хотя, с другой стороны, по этой же причине можно хоть 10 ферм строить. Копейщики тут. Ага. Это уже 7-я. 8-я даже пошла. Очень медленно почему-то морда развивается. Ну ладно. А куда они делись? А, он потерял. Ох, обидно. Потерял Шаграта и Гарбага на тролле. Блин, походу мотать придется. Что-то не очень интересно. Он крипит. Ладно, давайте. Пока они все закрипят, мы ускорим. Первая стычка. Орки с грейдами, но у гондорцев лучники. Тут как бы у них нет шансов. Сразу же один отряд зачищается, второй пытается уйти. Может, спасет пару орков, потом восстановится. Вот, идет 3 пачки орков-лучников. Кстати, тут можно танчить некромантом. Решил остановиться, чтобы байт сработал, но не доконтролил. Это... Лол, бро. Тут столько одновременно всего происходит. То есть, сперва я хотел сказать, что Мордор делает что-то странное. Вместо того, чтобы обстреливать отступающие войска, он 2 отряда отправил обрезать отступление, но Гондор мог бы просто копейщиками врезаться в этих лучников, и они бы передохли. Но затем Гондор перестал контролировать своими войсками, видимо, потому что он конницу посылал и типа... То есть в итоге этот ход сработал,
на время, но потом приехала конница и... да. И вот как-то так. Тут надо прожать это и это. И, в общем, Мордор отступает. Гондор его тут разбивает. Теряя при этом пол пачки копейщиков, пол пачки лучников. Мордор же теряет две пачки мечников и всех лучников. Если только Гондор не устанет давить. Два отряда потерял, третий должен спасти. Да. Испугался Гондор. Но нормально. Выход в... Боже мой, как же я давно в него не играл. Готмак. Почему я не могу вспомнить склероз, ребят? Мне стыдно. Старость не радость. О, 5 бараков. А чё, уже лейт, что ли, наступил? А денег-то хватит? Хотя, может, спамить этими пацанами и хватит. Сюда можно отряд лукарей засадить. Обзор плюс защита, не? Еще фермы. У Гондора уже 3000 с лишним. Ну, предположим, что он на Гэндальфа копит. Хотя фермы тоже подстраивает. Угу. И один барак. Дайте... Это нужно как-то обработать в голове. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать ферм на одном бараке. Вот это билд победителя. 16 ферм на одном бараке. Ждите своего часа, солдаты. То есть каждый щит этих мечников, когда они строятся, должен быть украшен бриллиантами. Они во время тренировок в этом бараке, они им должны подавать икру. Причем не красную. И это для бичей. Черную. Черную икру. Солдаты, будьте готовы к бою! Хотя орки тоже не отстают. Но орки скорее красную жрут. На всех просто не хватит. Тут слишком много ртов. Ну, у Мордора в два раза больше войск. Он взял прокачку некра. Неожиданно. Странно, что играя в кавалерию, Гондор, при том, что очень давно у них не было никаких стычек, не построил своих копейщиков. Ну, тут как бы... Даже если бы Гондор использовал обилки своих юнитов, тут у него нет никаких шансов на победу. Так-то. В смысле, не в этом матче, а в этой стычке, разумеется. Я бы предложил построить... А, он построил Гэндальфа. Хорошо. Другое дело. Ну, все, что надо сделать Мордору, это икс прожать во время обилки. Но, ну, это же новички, скорее всего, он не прожмет. В лучников, пожалуйста, бро, в лучников давай. О! И... У меня случился микрооргазм. Надеюсь, у вас тоже. Там Назгульчик. То есть, может быть, минус Гэндальф. Надо добивать его. Хилка-то есть. Есть хилка. Хильни, и все будет норм. А этот может сесть на лошадь. Еще один Назгуль сражается. Ну, боже. Гроб. Святые угодники. У тебя было все время в этой вселенной, чтобы спасти своего Гэндальфа. Ну, как же так? Тебя бы точно в Хогвартс не приняли. Это позорище. И то же самое. То же самое. Дариус, открой глаза. Открой глаза. Ах.
Он выжил. У меня нет слов. Он открыл глаза. Оглянись вокруг, духи связаться с тобою хотят. Там не так вроде было, да? А, не вокруг, оглянись назад. Ладно. Забудьте. Он выжил. Ферма. Пожалуйста, ты можешь одновременно бить крип и сносить ферму. Меня трясет. Ждите своего часа, солдаты. Волшебник всегда приходит вовремя. Волшебник пришел вовремя. И наконец-то второй барак. Записывайте. 16 ферм, 1 барак. Не, не так. Билд, сейчас я скажу точно. 2 фермы, конюшня, 3-я ферма, барак, 16-я ферма, Гэндальф. Солдаты, будьте готовы к бою! Готовы. Второй барак. Ок. Денег, кстати, много. Можно еще добавить зданий. О, сейчас будет больно. Ну, к сожалению, Гондор не строил копейщиков, потому что зачем? У мордорцев паника началась, но, несмотря ни на что, они довольно плотно окружили своего оппонента. Или своих врагов, можно так сказать. Можно использовать Гландринг. Гэндальф отступает. Если он снова сольет Гэндальфа, я не знаю, что я сделаю. Я хочу быть настолько богатым, чтобы можно было разбить себе монитор в такие моменты. Чтоб не было жаль. Ну, ты серьезно? Ну, он же волшебник. А Билку используй, он их убьет. Че ты бегаешь, как идиот? Мои соседи меня ненавидят, походу. В этот момент. Солдаты, будьте готовы к бою! Мы готовы! Все? Сейчас матч закончится? Второй левел. Ну, Мордор выигрывает. Фермы, прокси, ничего себе. Уже 3 барака у Гондора. Я не смотрел на деньги, но предположим, что он еще одного заказал. Ну, кликни. Что происходит? Куда они идут? Куда идет рабочий? Солдаты, будьте готовы к бою! Тут так много орков, что крепу можно снести. Правда, их можно поджечь, но... Ну... Этим. Так, Гэндальф. Ждите своего часа, солдаты. Мы увидим Гландринг сегодня или нет? Солдаты, они так хорошо настачились. Можно подойти, использовать, потом уйти. К тому же Мордор не будет уворачиваться, можно и Wizard Blast юзнуть. Правда, Гэндальф умрет при этом. Их очень много. Угу. Он мечников построил. Так. Что происходит?
Короче, они решили друг друга игнорировать полностью, по всей видимости. Мордор до мародерки докачался. Ждите своего часа, солдаты! Ну вот там Хамул есть. Может ему крепу попытаться снести? Зачем он лукарями туда стреляет? Столько вопросов. Может, типа, может Гондор не знает, что можно масло слить? Солдаты, будьте готовы к бою! Король чародей появился. Ой. А все, матч закончился, походу. Теперь там ничего нет. Ну, кроме Гэндальфа. На базе ничего нет. Наши орудия пригодятся в битве. Они прут прямо на нас. Что? Прочь с дороги! А зачем они сюда? Ну ладно. Мы готовы. Ах, потрясающий реплей. В общем, хотя я уверен, что найдутся извращенцы, которые за него голосовать будут. Давайте мотать. Ждите своего часа, солдаты. Мне кажется, Гондор сейчас просто ГГ напишет. Типа, что ему тут делать вообще? Деньги вот-то у него, конечно, есть, но... Но строить-то он ничего не может. Молок еще появился. Олол. Таранчик. А откуда? Он приполз просто. Он с базы приполз. Ух ты! Хорошо, хорошо. Немного уважения моего заслужил гроб. Ужасная игра, конечно, но... Ладно. Успеет? Успел крепко снести. Молодец. Это пока что лучшая его тактика за весь матч. Такие дела. Спасибо, что посмотрели. Если вам вдруг понравился этот реплей, то ставьте свои лайки. И тогда тот, кто его прислал, получит приз. Всем пока.